Президент подписал закон о единовременной выплате пожилым людям. 5000 рублей к основной пенсии эта категория граждан получит в первый месяц следующего года. Если январскую пенсию доставят раньше, например, в декабре 2016, тогда 5000 рублей пенсионеру выплатят дополнительно в течение января. Документ уточняет, средства получат пенсионеры вне зависимости от того, работают они или нет. Также право на получение средств имеют военные пенсионеры. Единовременная выплата, по мнению законодателей, поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных возможностей бюджета. По данным Министерства труда и соцзащиты, численность пенсионеров в стране составляет более 44 миллионов человек, то есть практически треть всего населения России. Чтобы получить выплату, дополнительно обращаться в пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. Единовременная выплата будет выплачиваться независимо от размера пенсии, независимо от факта работы. Самое главное – это получение пенсии на 31 декабря и постоянное проживание на территории Российской Федерации. Индексация пенсии как таковой, она остается в прежнем порядке. То есть с 1 февраля будут индексироваться страховые пенсии и с 1 апреля социальные пенсии.